мероприятие более чем достойное, замечательное. И, конечно, большая честь для многих быть здесь. Такая атмосфера радужная, такое место, Ритц-Карлтон, самый лучший отель в Москве. Поэтому, конечно, я очень рада быть здесь. А я после начала очень спокойно. У меня есть сегодня миссия. На работе я. Я буду награждать, да, я буду вручать, точнее, не награждать, буду вручать, да. Девушки, а давайте вы на нас красивые посмотрим. Да, да, это очень. Положительных эмоций, будет очень красивые. Дальше. А мы с Федором и такие, да? Мечтаем, а? Давай мы вдвоем потрогаем. Давай, Вера, а потом... Давай. Ох, потом говна не оберемся. Ой, это мое. Я буду что-то вручать. Я еще не знаю, что и кому. Да и какая разница, собственно. Вручать всегда приятно. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер еще раз, уважаемые дамы и господа. Итак, мы начинаем торжественную церемонию вручения премии «Топ Бьюти Эвард» за 2009 год. Мы приветствуем наших первых победителей. Отвлекусь от темы сегодняшнего вечера. Дело в том, что сегодня день рождения у прекрасной Леры Кудрявцевой. Лерочка, я тебя люблю. С днем рождения, дорогая!